Hello, 大家好, всем привет, меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку и основатель школы Twins Chinese. Сегодня я отвечу на один из самых популярных вопросов с момента моего возвращения из Китая в Россию. Вы думаете, это вопрос, почему я вернулась? Нет, на этот вопрос я уже отвечала. Сегодня я буду рассказывать, как не забыть китайский. Видео будет полезно для тех, кто довел китайский до определенного уровня, а потом выпал из среды или закончил обучение на интенсивном курсе, потерял хорошего учителя и теперь боится потерять нажитое непосильным трудом. Я поделюсь с вами тремя простыми лайфхаками, которые спасают меня каждый раз. Ну что, поехали! Я в общей сложности прожила в Китае около 15 лет, но этот срок шел не беспрерывно. В промежутках я уезжала в Россию и раз за разом сталкивалась с задачей сохранения китайского. Так было после моей первой стажировки, когда я вернулась в Россию на 2 года. Потом после первой рабочей командировки, когда через 7 лет постоянного проживания в Пекине я вернулась в Россию на 1.5 года. И вот сейчас. И когда только ты, Борщов, все успеваешь? В первый раз уезжать было страшнее всего. Я дико боялась намертво забыть китайский. Второй раз было легче, потому что путь уже был знаком. Ну а сейчас я не боюсь совсем, потому что благодаря простым действиям, каждый раз, когда я возвращаюсь в Китай, мои китайские друзья и знакомые не только удивляются, как это я не забыла китайский, но и спрашивают, что я такого делала, что стала говорить еще лучше. Да, оказывается, бывает и такое. Ну черт возьми. Как? Итак, что же я такого делаю? Всего три вещи. Первое. Смотрю китайские сериалы, фильмы, листаю китайские соцсети и слушаю радиоподкасты. Делаю я это каждый день. Таким образом, я создаю пассивную языковую среду. Сериалы и фильмы помогают поддерживать на уровне аудирования, запоминать интересные фразы и шаблоны. Ну и в принципе для меня это отдых. Я часто включаю китайские сериалы фоном, когда делаю домашние дела или просто перед сном. Кстати, подборкой своих любимых китайских сериалов я делилась в одном из видео. Посмотрите его обязательно, оно очень полезное. А соцсети – это источник сленга. Они помогают быть в тренде, то есть знать самый живой язык, быть в курсе тем, которые волнуют китайское общество. Ну и радиоподкасты – это еще более точечная работа с аудированием, потому что там нет визуального ряда и часто не бывает подсрочника, в отличие от сериалов и фильмов. Поэтому слуховое восприятие поддерживается и развивается лучше всего. Второе. Я говорю по-китайски. Переговариваюсь с друзьями через голосовые сообщения и разговариваю по-китайски сама с собой. Раньше я это делала четко по расписанию, а именно рассказывала вечером, что со мной произошло за день, либо утром рассказывала, что планирую сделать в течение дня. Сейчас я это делаю спонтанно, по желанию, чаще всего в формате самокоучинга, когда хочу проработать какую-то цель или задачу. Таким образом, я создаю себе активную среду и тренирую речь. Применяю знания, которые наработала раньше, а также закрепляю то, что услышала в фильмах и в соцсетях. Ну и третье – это чтение. Я регулярно читаю статьи и книги на китайском языке. И чтобы это не уходило в воздух, я пишу конспект прочитанного. А также могу проговорить это и устно, если меня что-то особенно зацепило. Пока рассказывала, вспомнила еще один классный способ. Ловите четвертый лайфхак. Если вы хотите убить всех зайцев сразу, рекомендую завести канал в китайской соцсети, например, в китайском ТикТоке. Заведите там канал и начните регулярно снимать видео на китайском. Чтобы подготовиться, вам придется изучить материалы на китайском, почитать статьи, посмотреть чужие видео на выбранную тему, написать сценарий и записать свой видеорассказ. Я звезда, как тяжело быть звездой.
Видео может быть совсем коротким, возможно, всего на 5 предложений, но это по-любому великолепная комплексная тренировка всех аспектов языка. Как вам? Кстати, я пробовала этот способ и хочу сказать вам, что работает он прекрасно и самооценку поднимает на раз, два, три, потому что в комментариях китайские подписчики не скупятся на похвалы. Так что дерзайте! Вот и все лайфхаки на сегодня. Надеюсь, они пригодятся вам в процессе изучения китайского языка. Ну и по традиции не забывайте лайк, если видео было для вас полезным. А в комментариях оставляйте ваши вопросы по изучению китайского языка. Я с радостью отвечаю на все ваши вопросы. Ну а если вопрос окажется особенно интересным или популярным, я сниму по нему отдельное видео. От всей души желаю вам успехов в изучении китайского языка. С вами была Анна Кузина. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Хотите узнать, как легко и быстро освоить китайский язык? Тогда приглашаю вас на мой бесплатный мастер-класс «Топ-10 ошибок новичков в изучении китайского языка». На мастер-классе мы на практике разберем общие ошибки, которые совершают чуть ли не все начинающие ученики. Вы узнаете, как освоить китайский язык быстро и просто, и не потратить на это годы жизни. Как выбрать школу и учителя, чтобы потом не переучиваться и не переплачивать. Узнаете, кто лучше, наш преподаватель или китайский. Как избежать методических ошибок в обучении? Стоит ли спешить в Китай, чтобы освоить китайский? И можно ли выучить китайский язык самостоятельно по бесплатным курсам и приложениям? Узнайте все это сейчас, чтобы не переучиваться потом. Переходите по ссылке в описании под этим видео, регистрируйтесь и забирайте подарок от меня. Секреты изучения китайского языка от чемпиона мира. Увидимся на мастер-классе!